Италия стала мировым лидером по объему производства вина, обогнав по этому показателю Францию. Как отмечается в докладе Еврокомиссии, хорошему урожаю винограда на Апеннинах способствовали благоприятные погодные условия. Там производство увеличилось на 13%. Во Франции же из-за сухой и солнечной погоды объемы снизились на 1%. Однако, как говорят специалисты, это позволило французам получить виноград очень высокого качества, благодаря снижению вызываемых излишней влажностью болезней. В этом году в Италии было произведено почти 49 миллионов гектолитров вина. Во Франции более 46 миллионов. Третье место удерживает Испания. За ними следуют Германия и Португалия. Вообще на страны Евросоюза приходится около 60% мирового производства вина. Причем первая тройка – Италия, Франция и Испания – производят почти половину всего вина в мире. В прошлом году глобальное производство составило 279 миллионов гектолитров, то есть почти 28 миллиардов литров.